10 марта в Новочебоксарске был дан старт всероссийским соревнованиям юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди юношей 98-99 годов рождения. В турнире принимают участие 12 команд из 12 регионов Приволжского федерального округа России, победителей республиканских и областных соревнований «Золотой шайбы». Победители новочебоксарского турнира примут участие во всероссийском финале. По регламенту сначала матчи проходят в подгруппах, которых в результате жеребьевки сформировано две. Затем, в соответствии с занятыми местами, состоялись таковые игры, а завершатся соревнования финальными матчами 16 марта. Чувашскую республику представляет команда ТУЗ. Золотая шайба на чувашской земле проходит уже 8-й раз с 95-го года, где принимают участие команды только дворовые, не профессиональные команды. Раньше играли, да, на открытых, но вот уже года 2 или 3 уже проводят в закрытых. В стартовом матче турнира встретились команды группы А из Нижегородской и Самарской областей. Нижегородцы уверенно победили 11-0. Во втором поединке между командами группы Б «Гвоздика» Ижевск и «Лесные пчелы» Республика Мариэл также зафиксирован крупный счет 14-0 в пользу команды из Удмуртии. ТУЗ из Чувашии уступил Калимагу из Пермского края 1-4. Крупная победа «Серебряных волков» из Елабуги 13-0 зафиксирована в матче с соперниками из тольяттинских пингвинов. Рекорд результативности установлен в последнем матче игрового дня. Команда из Оренбургской области забросила 17 шайб в ворота «Марийской дружины». Ежедневно в стенах Ледового дворца проходят матчи. Лидер же будет определен в субботу, в последний игровой день, 16 марта.